по улице слонов водили. Впервые в областном центре горожанам показали, как кормят слонов. Такое представление Самарский государственный цирк организовал при поддержке регионального министерства культуры и администрации Самары. Накануне премьеры мы решили порадовать наших жителей, показать им слонов наших, которые будут работать в манеже. Ну и с целью привлечения зрителя к нам, конечно. Дрессировщик Давио Тони говорит, что счастлив работать в России, ведь это родина Олега Попова. Тем более выступать в Самарском государственном цирке, который носит имя великого артиста. Для меня важно было приехать в этот город, увидеть его, увидеть цирк с историей. Это первый раз, когда наш итальянский цирк приехал в Россию и в Самару для того, чтобы показать красивое шоу для всей семьи. На шоу будет много животных, много акробатических номеров. Самарцев ждет красочное шоу. Взрослые дети увидели, как лакомятся неразлучные индийские слонихи Карла и Раня. В их меню арбузы, бананы и яблоки. Попробовали гости и траву с газона. Посмотреть на представление и сделать фото пришли несколько тысяч горожан. От мала до велика. Решили вот приехать с детьми, чтобы посмотреть, как будут кормить, как будут мыть слонов. Это же как бы необычное такое действие, которое можно увидеть. Его в простой жизни так не увидишь, а это, думаю, будет интересно детям. Вот с ребенком пришли посмотреть, потому что, к сожалению, в Самаре у нас нет возможности часто полюбоваться этими животными, поэтому вот решили. А вот купать слонов не стали. Помешала прохладная погода и холодная вода в гидранте. Но зрители все равно расходились довольны увлекательным зрелищем. Посмотреть на артистические таланты Карла и Раня самарцы и гости областной столицы смогут уже на цирковых представлениях. Сейчас в Самаре с гастролями находится цирковая труппа из Италии. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События.